Сегодня Иван Лор вручил награды самым достойным жителям Заринского района. Спикер законодательного собрания провел выездную встречу в рамках дней АКЗС. Почетные грамоты, благодарственные письма и юбилейные медали получили заслуженные работники, депутаты районного и сельских советов. Памятными подарками наградили ветеранов труда. На встрече с жителями района председателю законодательного собрания было задано несколько десятков вопросов. Большинство из них касались социальной сферы и сферы здравоохранения. Напомню, 27 октября прошла первая часть мероприятия, в рамках которой председатель КЗС посетил ряд предприятий и социальных объектов района. Кроме того, в подготовительной части дня КЗС, которая ведется в течение месяца перед мероприятием, председатели профильных комитетов краевого парламента провели серию личных приемов в селах района, что позволило решить ряд проблем оперативно. Еще одна задача дней ЗАГС-собрания – оказание методической поддержки муниципалитетам на местах.